Само преступление было раскрыто летом прошлого года сотрудниками Ивановского управления ФСБ. Изначально Петрова и Потапова обвинялись в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Они обещали клиенту за 4 миллиона избавить его от уголовного преследования. При этом деньги якобы предназначались судье областного суда по уголовному делу о взятках бывших и действующих сотрудниц управления образования города Иваново. Адвокатессы какое-то время пробыли под домашним арестом, статью им переквалифицировали на мошенничество. Рассмотрение дела было перенесено в Кострому. Петрова и Потапова заявили отвод всем судам и судьям Ивановской области, поскольку сомневались в их беспристрастности. На днях обеим бывшим адвокатам огласили приговор по 3,5 года условно и штраф 500 тысяч рублей. Петрова и Потапова признали вину и раскаялись, активно сотрудничали со следствием, принесли извинения адвокатскому сообществу и опороченному суду.